Я не позволю его сыну войти в это проклятое место. Ардес говорит, его отец в лабиринте. Да, он не вернулся. Почему все сбежали из лабиринта? Я не пошел внутрь, я не глупец. Я был снаружи и молился, но я слышал Минотавра. Зачем им бить тебя? Уцелевшие бежали от Минотавра и оставили диск. Ключ к лабиринту. Тогда при чем здесь? Диск у него. Он его украл. Я рассказал им об этом. Я подвел его. Люди, что пытали тебя, члены могущественного культа. Тебе стоит помириться с Ардесом. Он смышлен. Но ему нужен кто-то, кто бы присмотрел за ним. Нужен ты. Он и видеть меня не хочет. Не сдавайся. Насчет диска. Ардес не знает, для чего вместе. Позаботься. Не беспокойся. Эти рыбаки должны что-то знать о рыбе меч. Я ищу рыбу меч. Поможешь? Сгинь, Малака. Я ищу рыбу меч. Я ничего не знаю. Торговец, я ищу рыбу меч. С ума сошел? Рыба меч сам находит тебя. Ступай, пока я нужен. Слышал, ты ищешь одну рыбу? Да. Надеюсь, знаешь, что тебя ждет. Стоит упомянуть его имя, и все... Он подчинил себе Гераклеон. Где он? Его давно ходит слух, что он правит Гераклеоном из подземного убежища. Это смешно. Все, что знаю. Почему ты говоришь сам? Я стар. Если убьешь его... Всем станет лучше. Больше ты ничего нет. У меня приказ. Всякий, кто говорит о рыбе меч, умирает. Упано. Экриптиканими.
Это тут. Боги, что тут происходит? Рыба-меч. Деймос, я ждал тебя. Ты, пес культа! Пришел укусить? Я не имею отношения к культу. Думаешь, я верю? О, нет. Я здесь из-за... Я не вернусь! Я туда не пойду! Плевать, что я в долгу у культа. С меня хватит! Хочешь артефакт? Иди сам! Если уж культист, то это навсегда. Что тебе от меня нужно, Деймос? Ответы. И ты мне их дашь. Как ты здесь очутился? Прячусь среди отбросов. И от них. Показываться мне нельзя. Но Гераклион все еще мой. И рыба. И все жители. Безумец. Что там случилось? Что привело тебя к этому? Минотавр случился! Мне повезло! А вот Никиусу! Культ космоса обещал мне все! Но не это! Как ты попал в лабиринт? У Никиуса был ключ. Он вставил его в стелу. Тебе туда нельзя. Он убьет тебя. Вырвется и убьет всех! Ты меня недооцениваешь. Так говорила Никиос! Ура! Кормлю тебя акулам! Не так уж он и хорош. Приглядись и найдешь деньги, где захочешь. Все, что нужно, уметь Сломленный, терзаемый Минотавром до самого конца.
ты? Что бы это ни было, я не крал. Твой опекун сказал, что ты... Ух ты, он хоть что-то сказал? А об отце говорил? Нет, не сказал, но... А собиратель? Сказал, ты похож на отца. Правда? Это здорово. Так, твой опекун сказал, что ты... Стоп, стоп, стоп! А рыба-меч? Он что сказал? Ты ведь нашел его? Сказал, что ключ нужно поместить в Стеллу. О, я знаю, где Стелла. Погоди. О каком ключе ты говоришь? Старик сказал, ты кое-что у него украл. Неправда. Постой. А что он имел в виду? Ключ к лабиринту. Диск. О! Ты про это, что ли? Всегда гадал, для чего он нужен. Рыба-меч сказал, что в Стелле есть отверстие для диска. О, так что нам делать? Чтобы открыть вход в лабиринт, мы должны вставить диск в Стеллу. Потом займусь Минотавром. И папу моего тоже спасешь? Ардос, я не... Не думаю, что твой отец жив. Он жив, я знаю. Просто надо спешить. Похоже, часть доспеха Тесея. Это не Минойское. Что это? Малака! Это правда! О, боги! Нить, что помогла Тесею выбраться из лабиринта. Куда она ведет? Thank you.
Зверь был в ярости. Я уже был здесь. Это не Минойское. Что это? Малака! Это правда! О, боги! Нить, что помогла Тесею выбраться из лабиринта. Куда она ведет?
Зверь был в ярости. Должно быть Никиос. Кольцо можно отдать Ардесу. Huh?
Я уже был здесь. Гордилась бы. Минотавр мертв. Спасибо за помощь, Ардес. А где папа? Я обошел весь лабиринт.
Мне жаль, Ардас. Жаль? Почему? Ардас, Минотавр – необычное чудовище. А папа – необычный человек. Он герой. Он был твоим героем, но... Он точно жив. Найди его. Он мертв, Ардас. Мертвых не воскресить. Но можно жить дальше. Я боюсь забыть его. Не хочу его забывать. Возьми. На память о нем. Кольцо отца. Спасибо. Спасибо. Надо выбираться. Что будешь делать теперь? Не знаю, Мисти. Без папы. Я не знаю. Вместе вы что-нибудь придумаете. Ардас. Помни, ты не одинок. Всегда есть те, кому ты не безразличен. Не лезь в неприятности. Не могу этого обещать. Я прослежу, Мисти. Спасибо. Хорошо. Прости, что украл диск. Я понял. И твой амулет. Амулет? И коллекцию колец. Так вот где. И твои мемуары. Я их еще не закончил. О, боги, ну нельзя же все время что-то красть, Ардас. Но я в этом хорош. И краду у тех, кто этого заслуживает. Я не заслуживал. Ты не хотел говорить со мной. Ну, я... Ты прав. Меня не было рядом. Может, я и заслужил. Вот и я про то. А уж все золото. Что? Ардас! Надеюсь, ты ничего не украл у Мистия. Ха! Кто знает?
Ну, давай. На! Давай. Сейчас!
Спартанцам. Thank you.
Лучше мне уйти. Здесь слишком опасно. Сбей огонь! Их ведь не разорвал на части Минотавр. Трупы сюда принесли? Здесь меня могут... Ah!
Европу для полнорасовой эффе. Долгожданная свобода. Я у тебя в долгу. Как его сбить? Проклятый огонь!
Афининин? Командир отряда, за которым я наблюдал. Выходит, ты сквернет. Пусть так. Но Ты просишь убить спартан. Пролей его кровь. Можешь больше не волноваться. Благодарю. Спасибо. Назад! Я прыгну! Не делай этого! У каждого есть ради чего жить. Но не у меня! У меня ничего нет! Я никто! Это даже не броня! Это мамин поднос! Не самый лучший! Я неудачник! Не трать мое время и отойди от края! Хотел бы прыгнуть, давно бы уже сделал это! Что? Что? Я спрыгну! Не спрыгнешь. Ты жалкий трус. Я не трус! Вот, смотри! Клянусь туникой Зевса, ты прав. Да, ты прав. Я жалкий трус. Отойди от края. Моя деревня бедна.
ни торговли, а я не гожусь в убийце Минотавра. Минотавр уже мертв. Я убил его. Ты? Нет, я должен был это сделать. Извини. Значит, мы... Охота на чудищ не всем по плечу. Ты прав. Мне просто нужно... Не перевирай мои слова. Обман сработает. Правда? Пусть думает, что я убил Минотавра. Мы будем жить как... Какая-то мечта. Зато люди вспомнят о нас. Я должен выглядеть... Достань самый броский доспех, правитель. Тебе нужен топор, как у... Да, да! Но мне все еще нужен... Я здесь, чтобы... Ладно, ладно. Ты сказал про... В укромном месте. Ладно. И не подумаю. Вот топор, который искал человек с крыши. Довольно тяжелый. Сможет ли он поднять его? В этом доспехе говорил Моррис. И впрямь броский. Теперь у меня есть все, чтобы человек с крыши вновь прославил свою деревню. Отнесу ему эти вещи, пока он не спрыгнул. Здесь. О, превос... Не беспокойся, это ложь во спасение. Нет. Топор и доспех мои. Они не сделают тебя убийцей Минотавра. Какой бы доспех ты ни нарядился, так и останешься трусом. Людей не обманешь. Но я... Нет, я... Иди домой, герой.
пожалуйста, заплати за жетон. Ты приготовь деньги, боец. Лишь благородная взятка может спасти тебя от моей незавидной кучи. Поговори с Леандросом и приходи. Я сокрушу твой череп. Да! Узрите его испачканные внутренностями рога! Услышьте его рев! Выйдите один на один с мифом, с чудищем, Минотавром! Не больше трех героев за раз. Покупка сувенирной продукции обязательно. Легендарным и беременным воинам, и узаконенным богам, а также полу и четверть богам, и иным олимпийцам принимать участие воспрещается. И не толкайтесь, Минотавра хватит на всех! Вас напуган, тщедушен или слаб? Кто из вас силен? А, да ты могучий воин! Ты пришел за почетом? За слаб? За всем, кроме... Когда ты здесь рад... Но Минотавр мертв. Я его убил. Минотавр уже мертв? Прости, но ты ошибаешься. Тебя одурачили игрой теней и страшным одеянием. Убей его и станешь... А также забери... Ваш Минотавр умрет. Значит, у нас есть соискатель! Настало время искать!